Ольга Курносова, російська опозиціонерка, з нами на зв'язку. Пані Ольго, добрий день. Добрий день. Як ви розумієте українську, так? Я можу ставити розумію. Запитання. Окей. З Різдвом вас. Дякуємо навзаєм. Так, як в Росії, як росіяни, безпосередньо інтернет, так, ну якась така аналітична спільнота сприйняли введення військ російських до Казахстану? Ну, если говорить по большому счету, есть две точки зрения. Есть, естественно, такая патриотическая, можно сказать, точка зрения, которая звучит отлично, очень хорошо, наконец-то вот показали силу, а если получится, может, еще и территории прибавим. Ну, и есть, конечно, точка зрения, достаточно много людей выступает категорически против военного присутствия России и вспоминает другие истории. Собственно, я хочу напомнить всем, что в свое время, в 89 году, уже десантники были использованы на событиях в Тбилиси. Это закончилось распадом Советского Союза, те саперные лопатки. Ну и многие вспоминают, собственно, даже и события в Казахстане, тоже еще времен Советского Союза, когда тоже были для разгона задействованы десантники и, собственно, людей, которые против применения военной силы Российской Федерации, внутри России достаточно много. Є думки, ну це інформації було мало, давайте чесно скажемо, одразу звідти, через виключення інтернету і так далі, і тому багато версій висували, ну, всі, хто міг насправді. І одна з версій була все ж таки, що дуже швидко якось відбулося оце введення військ, рішення прийнято, зібрано війська, і другий момент, досить швидко якось протестуючи, хто б там не був серед них, отримали контроль над певними установами, і нібито країна авторитарна, де силовий блок досить потужний, всі 30 років фактично був, вона якось дивним чином не впоралась з не таким вже й масовим кількістю протестуючих. Тобто, ну, ту пресловуту руку Кремля, так, бачили тут, що це нібито було інспіровано ті насильство, мародерство, які почалися для того, щоб формально мати привід вводити туди війська і отримувати, запитувати цю допомогу. Чи ви, от як ви до цієї версії ставите? Ну, я бы, конечно, в этом руку Кремля совершенно не видела. Более того, Кремль всю эту историю пропустил. А для него она случилась совершенно неожиданно. Надо понимать, что, собственно, несмотря на все разговоры пристального внимания к республикам Азии, никогда не уделялось. Вся информация была из уст, что называется, назарбаевских приспешников. Поэтому она, конечно, была очень однобокая. Я напомню, что ну, несколько лет назад такой достаточно известный российский националист Владимир Белов-Поткин сидел в тюрьме как раз из-за того, что он помогал какой-то проект оппозиционный делать Мухтару Аблязову, казахскому оппозиционеру, который сейчас находится в эмиграции. Поэтому Кремль, он был целиком во власти такой эйфории, что Назарбаев полностью контролирует ситуацию. А что касается силовиков, я напомню, что все-таки силовики были полностью лояльны именно Назарбаеву. И вот этот такой странный транзит, который был придуман Нурсултаном Назарбаевым, он достаточно половинчатый был, да, то есть формальная власть такая его перешла, а неформальная, она во многом оставалась в руках самого Назарбаева и членов его семьи. И, собственно, именно поэтому многие эксперты считают, что силовики, кто-то просто, так сказать, может быть, даже получил команду не вмешиваться, ну а кто-то просто решил, что непонятно, кто победит, зачем же рисковать своей жизнью в такой сложной ситуации. Что касается протестов, тут вообще ситуация такая тоже очень непростая, потому что те города, откуда протесты стартовали, будь то Жанаузен или Актау, там, конечно, в основном протесты социальные, и там удалось, ну, социально-политические, потому что мы понимаем, что Назарбаев тоже уже всем надоел до последней степени тяжести.
И там удалось удержать, как бы удержать все это, в не допустить мародеров и так далее. То есть там все было спокойно. А вот откуда взялись эти в российском сегменте Телеграма и интернета, очень распространен термин, ваш термин «тетушки». Поэтому многие считают, что вот те вооруженные люди, которые появились, это тетушки. А вот кто уже их запустил, многие склонны считать, что это люди, связанные с семьей Назарбаева. Угу. А що він виграв таким чином? Виграв би? Ну, по результату. Так от ми спрашуємо, чому так швидко? Ну, от Такаєву не осталось другого вибору. Так як силовики йому були нелояльні, він мог опереться тільки на війська ДКБ, в тому числі для того, щоб отримати от цю лояльність собственних силовиків. І, собственно, поэтому поки він остається, контролює ситуацію. Но что будет дальше, на самом деле сложно сказать, потому что Казахстан во многом клановая страна, там есть три ЖУЗа основных, средние, старшие и младшие. Собственно, на территории младшего ЖУЗа основные события разворачивались. Плюс, ну вы видите, сколько задержанных, да, прямо растет число не по дням, а по часам. И, кстати, вот по количеству, по огромному количеству задержанных, не знаю, как вам, а мне это напоминает вот эту попытку военного переворота в Турции, когда Эрдоган обвинил последователей Гюлена в попытке военного переворота, и там просто пачками людей сажали. Так что, ну, опять-таки, у всех на глазах эта попытка на киргизского музыканта повесить, что его купили за $200, благодаря позиции, в том числе киргизского МИДа и правительства Кыргызстана, удалось его вовремя, ну как вовремя, он уже был подвергнут, конечно, пытками, и даже киргизская сторона требует возбуждения уголовного дела против тех, кто его избивал и пытал. Дякуємо вам за коментарі, за те, що знайшли час долучитися. Будемо аналізувати і ваші коментарі, в тому числі в нашому етері. Далі Ольга Курносова, російська опозиціонерка, була з нами на зв'язку.